Останемся лучше здесь, в угол. Будь что будет. Если вы хотите болтаться на виселице, оставайтесь. Не говорите глупости. Нам необходимо бежать к американцам. Thank you.
24. Боже мой, мы опоздаем. 5. Все ушли. 0. Что это значит? Это приказ. Я должен остаться, бегите с Вальтером, вы еще успеете. Мы никуда не пойдем. Выжила, что я сказал. Разрешите обратиться? Да. Союзники, американцы! Да, интересно. Хоть последний день войны, второй фронт посмотреть. Поговорки. Если бы им не мешали. Посмотрите на эту идиллию, господа. Это самый тяжелые последствия войны. Hello. Здрасте. Сердечно рад приветствовать доблестных союзных воинов, сражавшихся за общее дело. Майор Джеймс Хилл. Майор Кузьмин. Харри. Hello. За представителя великой армии, поразившей мир своей силой, мужеством. За славу союзных знамен! Взять господина Дитриха, Эльза моя жена, его дочь. Ладно. Дом будет занят майором Кузьминым. Ясно? Давай обратно. Дом занят. Надо перебираться во флигель. Все. Все кончено. Мы с вами больше никогда не увидимся, а? Да, какое все-таки счастье знать, что война скоро кончится, и ты вернешься домой. Домой.
Я сниму эту военную форму, потому что я ведь учитель, а не офицер. Слушайте, у вас есть рубль? Рубль? Да. Вот червонец. О, подарите его мне, как память нашей встречи на Эльбе. Только напишите что-нибудь, а я вам доллар. Прошу. Примите этот американский вездеход, для которого нет преград во всем мире. Этот червонец дороже миллиона, ибо дружбу солдат нельзя купить ни за какие деньги. Хо-хо. Отличный бинокль. Зейс, у немцев превосходная оптика. Это советский бинокль, генерал. Это оптический завод имени ОГПУ. О, ГПУ? Через этот бинокль вы видите все как на ладони, а? Да, это испытанная марка. Вот наше предложение. Завтра в 12 часов встретятся представители. Кто у вас комендант Альтенштадта, генерал? Майор Джеймс Хилл, а у вас? Комендант советской зоны, майор Никита Иванович Кузьмин. Орайт. Это что такое? Это ключ от города. Покажите. Сдайте его в музей. Это уже прошлое. Сейчас нужен ключ к душе немецкого народа. 12 лет они дышали фашистским ядом. Этого нельзя забывать. Простите, товарищ старший сержант. Да-да. Вот монашки. Говорят, что комендант разрешил им открыть церковь. Но у них нет лампадного масла. Откуда у меня лампадное масло? Скажи им, что нет у нас горючего для лампад. Слушаюсь. Да. Граждане монашки, а пулеметное масло подойдет? Конечно, подойдет. Подойдет. Алло, 33. Захваткин, слушай, это я говорю. Сейчас к тебе придут тебе монашки. Дашь им пулеметного масла. Нужно оружейное масло для лампад. Прошу проводить. Слушаюсь. Ауфизер, займ. Господин Луцкий, господин Луцкий, он лежит у меня под кроватью абсолютно грязный.
Его можно было. Это кто же у вас лежит под кроватью? Это не я положила. Я боюсь его трогать. Он может убить. Я спрашиваю, кто у вас лежит под кроватью? Снаряд. Такой большой снаряд. О, пожалуйста, он не мешает. Но он абсолютно грязный. Его можно вымыть мылом. Не советую. Пожалуйста. Пошли, Саперов. Сообщите адрес. Пожалуйста, пожалуйста. Шилова, еще вас, пожалуйста. Господин солдат, да? Моя фамилия Шульц. Рабочий оптического завода вот задержали. Товарищ Попов, отведите к майору Берендею. Господин солдат, да? Наш завод в целости. Рабочие ждут вашего приказа. Что дальше делать? Что делать? Ну, ясно, что делать. Работать. А это что у вас, профпром? Да. Хранил 13 лет. Да, вам нужно капитану Глуху. Господин начальник. Да? Дело в том, что я дирижер. К сожалению, музыка сейчас не нужна, но мы хотим работать. Нас 30 человек. Определите, пожалуйста, на какое-нибудь дело. Это почему же нам сейчас музыка не нужна? Так, у вас инструмент есть? Есть. Пуговкин! Я! Кто у нас заведует культотделом? Иванов! Иванов! Я! Оформляй оркестр. Вот сержант Иванов. Прошу вас. Господин комендант, да? Я работаю фабрикантом, а я насчет дочки. Я запомню все ваши слова, товарищ генерал, и пойму их не только головой, но и сердцем. Ну, а теперь за работу. Вам помогут сами немцы. Те немцы, которые не склонили свои головы перед фашизмом. Надо освободить политзаключенных из городской тюрьмы. Ура! Ваше имя? Краус. Хельмут Краус. Хельмут Краус, номер 393. Прошу вас. Заключен гестапо, активный антифашист. Да-да. Вы свободны. Спасибо. Спасибо вам. Поздравляю с победой. Товарищи, мы были приговорены к смерти. Великая армия Советского Союза освободила нас. Да здравствует Советский Союз! Мы, немецкие коммунисты и социал-демократы, клянемся германскому народу, что будем крепить единство рабочего класса и всех трудящихся, и построим наше новое, свободное, демократическое отечество. Снег идет, заем встает, на фонд и петру зовет народ. Рассвет идет, и заем встает над миром, друг, встречай ее. Как ваша фамилия, давай? Курдитель. Дитрих, у вас есть родные в этом штате? Инженер Дитрих. Это мой отец. Он знает, что вы здесь. Когда я вступил в Коммунистический союз молодежи, отец запретил мне. Он выгнал меня из дома. Понимаю. Генрих Геринг? Да. Фашисты разрушили его памятник. Социал-демократы создадут специальное восточное бюро, безусловно, которое не допустит объединения рабочих партий и подорвет доверие к коммунистам. Понимаю.
Мы надеемся, что члены вашей партии в советской зоне помогут нам в сборе сведений о русских, которые вызывают наши любопытства. Ну, а деньги и поддержку мы обеспечим. Оптические заводы вашего концерна на том берегу не пострадали. Наши летчики молодцы. Американские летчики недальновидны. Русские первыми вошли в Альтенштадт. Русские уйдут рано или поздно. Наше дело сорвать демонтаж и сохранить специалистов. Пейте виски. Благодарю вас. Что есть видение охранки? Пока нет. Он в восточной зоне. Знает ли там, что он нацист? Его мало кто здесь знает. Ну и прекрасно. В наше время лучше находиться хозяевам в тени. Почему? Тяжелые времена, Гуга. Алло? Генерал Макдерман слушает. Стэнли! Что? 30% оставьте немецким владельцам. Мы победители, черт возьми! Что это? Бык и девушка? Совсем как знак нашей дивизии. Бизон и Герл. Это похищение Европы. Очень дорогая итальянская картина. Да? Ну я вижу, что дорогая картина. Томми, отметьте и не перепутайте. Алло! Алло, Стэнли! Еще один пакет акций Опеля? Берите, берите, берите! Кто, кто не соглашается на нашу цену? В таком случае дайте им половину. $5000. На организационные расходы вы получите. Мы рассчитываем, что немецкие социал-демократы не будут туны, а деловые люди. Вам пора возвращаться в советскую зону. А как же союзнические соглашения? Ваш приказ о демонтаже лаборатории. Да, это мой приказ. Господин майор, я привык говорить с вами откровенно. Вы любите говорить об единстве Германии, об ее восстановлении, об расцвете, а сами разоряете ее. Как это жестоко. Вы смеете говорить о жестокости? Что сделали ваши армии на советской земле? Я тут ни при чем. Мои лаборатории... Ваши лаборатории помогали фашистам готовить орудия убийства. Если я хочу отнять эти орудия, то этого требует дело мира. Но этим лабораториям более 100 лет, они вросли в землю Германии. Наши города, разрушенные фашистами, стояли 1000 лет. Если бы мы вывезли всю вашу Германию до последнего фонаря, это не возместило бы и 1/10 доли того ущерба, который вы причинили моей родине. Думайте не о прошлом Германии, думайте о ее будущем. Ваше прошлое — это руины, кровь и позор. Спокойнее, господа! Это взрывают артиллерийский склад. Не отвлекайтесь от работы. Сигаретку. Благодарю, Эрнст Шметал.
Господин Шранк. Краус. Сегодня Хельмут Краус. Садитесь. Вас просто узнать нельзя. Я антифашист, сидел в тюрьме. Войска советской армии меня освободили. Где вы сидели? В концлагере Альтенштадт. Не волнуйтесь, все уже прошло. Я не волнуюсь. Простите, я так счастлив, что встретился с вами. Мне теперь будет легче. Есть какие-нибудь указания? Да. Моей дочери удалось бежать от нацистов в Америку. Она жива? Жива. Как ее зовут? Этого я еще не знаю. Доброе утро. Доброе утро, господин майор. Мне известно, господин Дитрих, что у вас хранятся патенты военной оптики. Да. Но вам я их не отдам. Вы считаете их своей личной собственностью? Нет. Я считаю их собственностью Германии. И я вам не отдам их, если даже вы меня вышлете в Сибирь. Собственностью какой Германии? Фашистской? Господин майор, если я вам скажу, что я давно презираю нацистов, вы сочтете это за ход с моей стороны. И чтобы вы так не думали, скажу вам, что не люблю их так же, как и вас. Благодарю за откровенность. Кого же вы любите? Германию. Так. Благодарю вас, господин майор, что разрешили мне пользоваться книгами. Скажите, считаете ли вы, что Германия должна платить долги? Да. Платить придется. Но пусть это будут репарации, но не военные трофеи. Мы, немцы, любим порядок. И если мы платим, хотим получить хотя бы квитанции. Наши стремления совпадают. Мы тоже любим порядок. Но можете ли вы мне гарантировать, что до установления репараций ваши патенты не попадут в третьи руки? Единственная гарантия, которую я могу вам дать, это мое слово. Ну что ж, мне этого достаточно. Благодарю вас. Я сдержу свое слово. Для нас важно, чтобы ваши патенты не служили целям войны. Мы боремся за мир. Товарищ майор, да? Разрешите обратиться? Да. Прибыл американский комендант. Иду. Хотелось бы вам верить. Рискните. Думаю, что не ошибетесь. Майор Кузьмин? Майор Хилл? Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Вот так разъехались по домам. Да, черт побери. Ну, теперь, стало быть, мы соседи. Да. И как это у вас называется? Да, вступаем в социалистическое соревнование. Однако у меня к вам дело, майор. Нам надо с вами произвести демаркацию наших округов. Черт, я поверю. Да, дело много. Во многом надо разобраться. Прошу, проходите. Пожалуйста. Оу! Эй! Черт.
Дипломатический куверт на две персоны. О, есть. Ну, плиз, милок, устраивайся. Пожалуйста, let's drink whisky. Ну уж, если drink, так лучше водку. Водка? Водка. Водка. Прошу. Ай, момент. Тьфу, пожалуйста. Прошу. Ну, понемногу. Пожалуйста. До свидания. Будь здоров. Ничего. Фу. Горилка. Ишь ты, в Америке родился, а нашу горилку знаешь. Трохи разумею, бо я украинец с города Полтавы. Это какой же леший тебя занес в Америку? Та не мене занесло, дедів моих занесло, я там родился. Некрасиво. Некрасиво. А тебя как звать? А, Гарри Перебейдуга. А по-нашему как? А, Карасим. Эх ты, Керосин. Герасим. О, вот это понятно. А, вот. Егоркин, Фома. А, Фома, Томас. Ну, Томас. Томми, пожалуйста, Томми. Нет. Довольно. Все. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Да. Мы стали, майор, настоящими дипломатами, чиновниками, черт побери. А так хочется поговорить с вами откровенно, по душам. Слушайте, Никита Иванович. Иванович. Ведь на каждой дипломатической конференции существуют кулуары. Ну, курительные комнаты, где разговоры бывают совсем не те, что за круглым столом. Понимаю. Почему бы нам с вами не устроить перекурилку? Ну что ж, если вы курите, пожалуйста. Предварительно одно условие. Мы офицеры, не будем касаться военных тайн. Ну, разумеется. Прошу. Спасибо. Спасибо. Вы первый. Угу. Спасибо. Прошу. Скажите, Никита Иванович, это правда, что вы хотите здесь организовать советскую власть? Какая чепуха. А у нас все уверены, что в ближайшее время в вашей зоне откроются эти, как их, райсоветы. Ерунда. Откуда вы это взяли? Слово джентльмена? Слово офицера. Мой бригадный генерал Макдермот всего час назад уверял меня, что вы здесь организуете советскую власть. А с другой стороны, почему вам действительно здесь не организовать советскую власть? Да хотя бы потому, что советскую власть надо сначала заслужить. О. Нет, майор, мы хотим одного, чтобы Германия была демократической страной. Подаруй мені оцю зірку. Чо? Ну, стар. А, зірочку. Можна. Но только помни, хто эту зірочку носить хоча б в кармані, должен быть настоящим человеком. Понимаєш, мистер Перебейнада? А то ведь я вас, американцев, знаю. У вас все так это. Сувенирочки. Ну-ну. А? Вот это полтавская земля. Дети ее из Украины вывез. Как я на войну ехал, батько наказав мне. И ее захищать будешь, бо вона есть славянская земля. Наша земля. Можно мне? Пожалуйста. Почему вы сразу начали восстанавливать
вашей зоне военные заводы. Вместо того, чтобы их разрушать. Согласно потсдамским решениям. Условия. Военная тайна. А вот я тоже думаю, что это военная тайна. И ведь это очень опасно. Вы подумали об этом? Мой генерал Макдермот говорит, что солдаты думать не полагается. Ваш генерал не оригинален в этом утверждении. У него уже был предшественник, который утверждал то же самое. Кто же это? Адольф Гитлер. Хорош предшественник. Однако я слышу колокольчик председателя. Кажется, нам пора покинуть перекурилку и перейти в зал заседания. Благодарю вас, господин генерал. Я всегда любил Германию, всегда помогал немцам, особенно таким, как вы, господин фон Шлиц. До свидания. До свидания. Да. Все будет понятно. Благодарю вас. Чикаго. Который раз я прошу вас на минуту оторваться от ваших дел и посмотреть на меня, как я выгляжу в этом платье немецкой принцессы. Я просто очаровательна моя птичка. Но вы даже не взглянули на эту птичку, дубина. Кошечка, ты знаешь, мой принцип, сначала дела, потом чувства. Что? Что-что? Что-что-что? Что-что, акции братьев Браун накануне понижения. О. Тони, радируйте в Нью-Йорк, пусть продадут братьев Браун. Что-что-что-что? Что-то такое? Да? Что? На лес в Англии за последнюю неделю повысились вдвое. О, так будьте настоящим дельцом, а не курицей в эполетах. На вас напялили генеральский мундир не за тем, чтобы нянчились с этими вшивыми немцами. Вокруг прекрасные леса с листьями, которые шуршат, как доллары. Рубите к черту лес и продавайте его англичанам, пока не поздно. Надо дать этому старому маляру две пачки сигарет и банку свиной тушенки. А помнишь, она даже работает даром. Запишите это в фонд помощи немецкой интеллигенции. О, во-первых, необходимо выдвинуть кандидатуру на пост бургомистра. Какие будут предложения? Я предлагаю кандидатуру господина Шметау. Он энергичный человек. Наша группа предлагает господина Рилля, учителя. Предлагает всеми уважаемого, известного социал-демократа, господина Фишера. Мне думается, что в настоящий момент следовало выдвинуть беспартийного человека. Я предлагаю кандидатуру профессора Дитриха. Вы имеете в виду Отто Вольфганг Дитриха? Да. Он честный человек, коренной житель Альпенштата, его знает весь город. Общественность Альпенштата выдвигает вас бургомистром. Я думаю поддержать вашу кандидатуру. Меня? Бургомистром? Вы шутите, господин майор. Я не сторонник коммунизма, но и более того, я... Это не мешает вам стать бургомистром. Здравствуйте, отец. Я должен подумать, господин майор. Подумайте. До свидания. Да. Характер отца остался прежним. Товарищ Курт, а кто вы по профессии? Хотел быть школьным учителем. Это очень хорошо. Ведь воспитание детей – это, пожалуй, сейчас самое главное. Это дело будущего вашей страны. А может быть, и всей Европы.
Я думаю предложить вашу кандидатуру на пост помощника бургомистра. По народному образованию. Спасибо за доверие. А кто будет бургомистром? Вероятнее всего, бургомистром будет ваш отец. Русские хотят воспользоваться вашим добрым именем, как знаменем. Вы ни в коем случае не должны быть бургомистром. Почему вы так думаете? Бургомистром должен быть ваш зять, Эрнст Шметау. Почему? Потому что он молод, энергичен, он может защитить немецкие интересы. Эрнст нацист? Архив партии сожжен. Эрнст Шметау никогда не был нацистом, я это знаю твердо. Будь спокоен. Hello. Наша пресса просит разрешения присутствовать при открытии новой школы. Очень рады, пожалуйста. Мистер Ллойд. Ханкл Ллойд. Ханкл Ллойд. Мистер Беллами. О. Мистер Эйчмен. Миссис Джанет Шерлд. Мистер Кэмпбелл. Ну, а Томми. Вы знаете. Прошу вас, господа. Так, ну что дальше? Согласно программе, ученик 5 класса Вальтер Шметау будет приветствовать вас стихами. Шметау! Вальтер! Есть! Мы идем, отбивая шаг! Пыль Европы у нас под ногами! Ветер битву свистит в ушах, кровь и ненависть, кровь и пламя! Простите, это школа или казарма? Немецкая школа, господин комендант. Фашистская вылазка. Как вы смели это допустить? Я здесь ни при чем. Предоставьте мне слово. Сесть! Внимание, дети! Сейчас будет говорить господин Кузьмин, комендант нашего города. Это благодаря его заботам вы можете теперь снова учиться. Дети, вы нашли у себя на местах это фашистское воззвание. Здесь написано: немецкие дети, битва в Тевтобургском лесу продолжается. Бойкотируйте новых учителей. Рвите красные учебники. Ждите ударов барабана. Зигфрид победит дракона. Долг и честь. Помните, вы надежда Германии. Да. Вы надежда Германии, но только не старой фашистской Германии. Вы надежда новой Германии, миролюбивой и демократической. Долг и честь каждого немецкого школьника помогать строить эту новую Германию. Долг и честь каждого уничтожить это фашистское воззвание своими руками. Так? Как это делают ваши преподаватели. Так, как это делают наши американские гости. Так, как это делаю я.
Такая таинственная и сильная мелодия. О чем они поют? Они воевали несколько лет. У каждого из них на родине остался дом, любимая работа, семья, мать. Отец. Что с вами? Я потеряла отца в эту войну. 12 лет тому назад мне удалось спастись от нацистов и бежать в Америку. Я бывшая немка. Но мой отец остался в этом аду. Он, наверное, погиб. Шесть лет я не получала от него писем. С его политическим убеждением он не мог молчать. Где он жил? Здесь, в Эйзенштадте, на вашем берегу. Как его фамилия? Краус. Хельмут Краус. Краус? Я где-то слышал эту фамилию. Что вы говорите? Не волнуйтесь. Если он жив, мы найдем его. Господин майор, вы вселили надежду в мою душу. И я не забуду вашей доброты, вашего участия. Как бы мне хотелось быть вашим другом, но это невозможно. Я должна скоро уехать в Америку. Если бы вы знали, как мне не хочется возвращаться туда. Примите этот знак уважения, благодарности и любви. Никита Иванович, не заглянуть ли нам в нашу курилку? Уговорить по душам? Да. Всегда рад. Никита Иванович, я давно хотел поговорить с вами. Вы здесь развернули дьявольскую работу. Восстанавливаете все школы, печатаете новые учебники. На кой вам черт все это нужно? Неужели вас в самом деле интересуют немцы и их судьба? Да. Меня в самом деле интересуют немцы и их судьба. А мне лично на них наплевать. Ведь вам же приходится чертовски много работать. Когда же вы будете отдыхать? Ведь жизнь уходит. Когда же вы будете жить? Видите ли, Джеймс, это все зависит от того, как понимать слово «жить». Никита Иванович, вы меня начинаете агитировать. До свидания, Никита Иванович. До свидания. До свидания, господин комендант. До свидания. Благодарю вас, вы нас чудесно принимаете. Очень рад. Сегодня в школе вы были как лев. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Надеюсь, что не последняя. До свидания, Никита Иванович. До свидания. Но мы еще поговорим о жизни, да? Непременно поговорим. Красавицу Розу влюблен мотылек. Он долго кружит над цветком, а жаркое солнце его самого ласкает влюбленным лучом. Кто написал эти стихи? Гейне. Был такой немецкий поэт Генрих Гейне. Первый раз слышу, господин майор. Папа, что с тобой? Ничего. Я просто не могу понять его. Кого? Господина майора. Только что он Вальтеру читал стихи
Гейне. В красавицу Розу влюблен мотылек. А вы начинаете влюбляться в русских, папа. Не говори глупости, Энест. Я пытаюсь понять его. Если бы вы отдали американцам ваши патенты оптики, они бы поставили вам памятник при жизни. Я всегда считал, Эрнест, что у тебя в мозгу максимум две извилины. Судя по всему, вы собираетесь передать патенты русским. Вы выслуживаетесь перед русскими. Негодяй. Ты очень любишь своего деда, Вальтер? Да, очень. Господин майор, листовки в школе распространял я. А я это знаю, Вальтер. Зачем ты это сделал? Потому что вы заняли Альтенштадт и живете в нашем доме. Мы здесь потому, что немцы напали на нашу родину. А мы защищали свою землю и свою Волгу. И пришли сюда, чтобы освободить немецкий народ от фашизма. А нам говорили в школе, что на Волге пройдет граница Германии. Но этого не случилось. И не немцы на Волге, а русские на Эльбе. Но мы не хотим, чтобы граница России прошла на Эльбе. Мы считаем, что немцы должны жить на Эльбе, а русские на Волге. Господин комендант. Я хотел сказать вам, что я согласен быть бургомистром. Меня звал отец. Я вынужден был вас вызвать, господин заместитель бургомистра. Вам рачаете праздник немецкого народа? С чего вы начали вашу деятельность? В чем дело? Меня только что поздравляли профессора университета. Вы уволили старейших и лучших. Вы говорите о докторе Шведлере, о магистре Кнопке. Да, я уволил их, господин бургомистр. Ими гордится не только наш университет, но и национал-социалистическая партия. Нет, дело до их партийности. Вот в этом ваше несчастье, отец. И не только ваше. Эта обывательская слепота позволила нацистам довести Германию до трагедии. Кнопка и Шведлер — люди науки. Да их наука служила фашизму. Это неправда. Я отменяю ваше решение. Я доложу об этом господину Кузьмину. Папа. Что такое? Вам надо немедленно домой. Произошло ужасное несчастье. Что случилось? Сейф взломан. Там были мои патенты. Там ничего нет. Кто это сделал? Я думаю, что это сделали русские. Это они. Кузьмин нагло обманул вас. Они украли ваши патенты, как украли наши заводы, наше могущество, нашу независимость. Это невероятно.
Что с вами, господин Дитрих? Ужасное несчастье. Украли патенты. Не может быть. Русские. Ужас. Я же вам говорил, что с ними работать нельзя. Что делать? Есть единственный выход. Какой? Бежать. Бежать на тот берег к американцам. Только там истинная демократия. Только там можно спокойно жить и свободно работать. Но я бургомистр. Меня выбрал народ. Тем лучше. Для вас иного пути нет. Прохода нет. Говорит Москва. Продолжаем передачу по заявкам радиослушателей. Сержант Егоркин хотел послушать любимую песню «Тоска по родине». Передаем ее в исполнении Надежды Андреевны Абуховой. Майор Берендей? Не может быть. А патенты? Что ты говоришь? Так. Так. Хорошо. На.
бургомистр, господин Дитрих, ушел к американцам. Успокойтесь, Никита Иванович. Что вы? Может, он еще вернется. Вернется. Все это я как мальчишка. Да меня за это надо. Ну что, Никита Иванович? Генерал Маслов. Меняем немецкую культуру на американские бобы и сигареты. Обмен вполне справедливый. Одна банка тушенки за одну Мадонну и пачка сигарет за Бетховена. Как вы поживаете? Как здоровье генерала? Он здоров, как будто. Как вы поживаете? Как идут дела, Ади? Неплохо, мисс Мангеро, неплохо. Хрусталь брать перестали, берем только саксонский фарфор. Ой, Эдди, мне не нужен больше фарфор. Пожалейте этих бедных немцев, оставьте им хоть посуду. Берите золото, меха. Произведение искусства. Полегче, полегче местным, чтобы не перегружать самолет. А то может лопнуть наш воздушный мост через океан. Самолеты доставили новую партию сигарет. Эти бедные немцы очень хотят курить. Во что им обходится эта дурная привычка? Я меняю по 6 марок за штуку. Можете менять по 8 марок за штуку, у нас нет конкурентов. Да, но мы не можем обменять такое количество. Продавайте на черном рынке по 10 марок за штуку. Не мне вас учить. Паёк американскими продуктами. Такие оптики, как вы, очень нужны Америке, господин профессор. Не курю. Что же я должен делать? Вы будете руководителем лаборатории авиационных и артиллерийских прицелов. Разве война не окончена? Разве наши заводы принадлежат уже американцам? Мы приобрели эти заводы. Старая война окончилась. Началась новая. Война с коммунизмом. Разве вы, как порядочный немец, не хотите войны с коммунистами? Вы знаете, что такое план Маршалла? Германия получит самую большую помощь. Мы предоставим вам такие возможности, которые вам не снились при Гитлере. Я вижу другие сны, господин генерал. Мне снится мир. Пожалуйста! У нас свобода сновидений. Но реальная жизнь очень часто не похожи на сны. Алло! Мне не нужны их парши.
фальшивые марки, я их печатаю сам. Рубите! Рубите лес, мы продадим его англичанам! Окей! Американцы. В России. Прошу вас. Господин майор, произошло чудо. Я нашла своего бедного отца. Я так счастлива. Очень рад. Садитесь, пожалуйста. Я хочу поблагодарить вас за теплое участие. Я также благодарю вас, господин майор. А я вас знаю. Вы помните, помните, как освобождали меня из тюрьмы? Да. Камера номер 13. Да-да. Какое счастливое совпадение. Оказывается, вы освободили моего бедного отца, господин майор. Да, удивительное совпадение. Мы всегда будем помнить вас, господин майор. Господин майор, у меня дела в Америке, я тороплюсь. Нельзя ли оформить выезд моего отца? Нам хотелось бы выехать вместе. Пожалуйста. Но пропуск будет готов только завтра. Благодарю вас. Тогда прошу одну минуту подождать, я дам распоряжение. Очень хорошо. Товарищ Берендеев, она нашла своего отца. Да, подозрительно быстро. Старику пропуск могу задержать до завтра. Договорились. Хорошо. Мне не нравится эта пауза. Не волнуйтесь, отец. Майор такой милый. Все будет хорошо. Завтра мы встретимся с вами на том берегу Эльбы. Завтра. Вот разрешение. Завтра вы можете получить пропуск и выехать через Советский понтонный мост. Благодарю вас. Да, я совсем забыла. Майор Хилл приглашает вас завтра на американский бал. Вы приедете? Благодарю вас. Я приеду. Господин Краус. У вас много вещей. Что вы? Один маленький чемодан.
Срочно товарища Курта. Говорит Шульц. Товарищ Курт, прошу вас срочно приехать на улицу Вагнера. Здесь там господин Шмита. Остановитесь! Что случилось, Шульц? Шранк. Кто? Шранк. Егоркин, быстро! И он. Шметал? Лево! Я требую убежища, это американская оккупационная зона. Окей. Ну, до американской зоны метра полтора. Если на двух наберемся. Прошу. Оу, побачим. Герасим, что у вас тут за ассамблея? Трохи помог твоему майору метра на полтора, шуровал, окей? Ровно метр 41 сантиметр до границы Соединенных Штатов. Hello. Здравствуйте. Сэр. Этот человек военный преступник. Я политический иммигрант. Я бежал из советской зоны. Да, он пытался убежать, чтобы уклониться от ответственности за убийство. О, по-видимому, джентльмен большой мошенник. Вы можете его задержать. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Здравствуйте, товарищ Берендей. Здравствуйте, товарищ майор. Это те самые патенты? Да. А это господин Шранк, которого мы искали. Вот документ. Очень хорошо. Действуйте дальше. Слушайте. Ну, Егоркин, едем к американцам.
Где же ваш сосед, майор? Ставлю 100 долларов против одного, он не явится. Да. Все русские дьявольски замкнуты и необщительны. Да-да-да. Я заметил это еще в Москве. Может, им было просто неинтересно беседовать с вами. А вот видите, он не придет. Ему не разрешат. Он будет целый год согласовывать со своим правительством. Да. Да. Очевидно, ваш дядя не обладал чрезмерным умом и глубоким анализом. Какой дядя? У меня нет никакого дяди. Мистер Вуд предпочел назвать дядю, чтобы не упоминать его племянника. Нельзя недооценивать силу русских противников. Что? Вы, кажется, оговорились, господин сенатор. Не противников, а союзников. Пока союзников, вы правы. Бесчестно так говорить об отважных русских ребят. Не надо забывать, что мы вместе с ними воевали против фашистов. Следует соверить, что боевые успехи русских вызвали у некоторых американцев чрезвычайную симпатию. Я склонен рассматривать это как самые тяжелые последствия войны. Внимание, леди и джентльмены, прибыл советский комендант, майор Кузьмин. Я очень рад вас видеть, господин майор. Джентльмены, знакомьтесь, господин Вуд, сенатор. Добрый вечер. Как поживаете? А это господа журналисты. Мы уже знакомы. Госпожа Шервуд? А я думал, что вы уже далеко, и что я вас больше не увижу. Мне так захотелось еще раз увидеть вас, Никита Иванович. Господин комендант угощает нас настоящей сибирской водкой под названием «Звероубой». Звероубой! Прошу. Попробуем. Интересно. Господа. Господа, я предлагаю выпить за дружбу Америки и России. За нашу дружбу. У меня такое ощущение, будто мне выстрелили в живот. Господин майор, а почему бы вам не взять патент на эту водку, как на величайшее национальное открытие? От которого так быстро пленит, просто теряет голову, а? А это зависит от головы. 1-0 в пользу Москвы. Привет от дяди. Что? Вы задержались, я уже начала беспокоиться. У вас есть основания для беспокойства. Основания? Вы какой-то странный сегодня. Выйдем на веранду, и вы мне все расскажете, что случилось. Госпожа Шервуд предлагает подышать свежим воздухом. Вы не составите нам компанию? С удовольствием. На свежем воздухе надо выпить. Одну минуту. Что случилось? Случилась большая неприятность. О, я не люблю неприятности. Я удаляюсь. Hello, Джейн. Прошу вас остаться. Господин майор, передаю вам американскую гражданку Шервуд, изобличенную в преступных действиях. Что за вздор? Майор, шутит, Джанет. Нет, я не шучу. Эта дама заявила, что ее отец господин Шранк Краус. Во-первых, его фамилия Шранк, а не Краус. Во-вторых, он никогда не был отцом госпожи Шервуд. И в-третьих, это крупнейший нацист, глава концерна, гестаповец, военный и уголовный преступник. За 3 месяца до капитуляции Германии его под фамилией Краус посадили в тюрьму, чтобы потом легализовать.
Госпожа Шервуд все это отлично знает. Нет. Она имела задание обманным путем вывести этого негодяя в Америку. Что? Зачем он нужен Америке? Ну, этот вопрос лучше задать самой Америке. Или, по крайней мере, некоторым ее гражданам. Поскольку госпожа Шервуд американская и подданная, я официально заявляю о ее преступной деятельности. Вы подтверждаете, что все это правда? Нет, нет. Это какое-то страшное недоразумение. Черт побери, мисс Шервуд рекомендовал мне генерал Макдермот. Советую вам разобраться в этом недоразумении. Это ужасно. Что? Вы меня обманули! Почему вы на меня кричите, Джеймс? Я сейчас не Джеймс, а представитель армии Соединенных Штатов. Извольте объяснить, зачем вам понадобился этот нацист Шранк? Я не понимаю, мой отец не Шранк, а Краус. Эльвуд Краус. Когда не был нацистом. Это какая-то ужасная ошибка. А здесь сказано, что Шранк и Краус это одно лицо. Это неправда. Это фальшивка. Я не имею основания не верить моему русскому другу. Я должен вас арестовать. Меня арестовать? Джеймс, если вы мне не верите, отправьте меня в Америку. Там я докажу свою невиновность. Хорошо. Согласен. Деннис! Да, сэр? Проводите эту особу к лейтенанту Стронг. Пусть он ее посадит на первый же самолет, отходящий в Штаты. Джеймс, предупредите, что самолет был комфортабельный. Пусть он ее посадит на первый же самолет, даже если он будет грузовой. Джеймс! Возьмите расписку у пилота. Разъяснение я радирую вслед. Там разберутся. Слушаю, сэр. Джеймс! Вы часто говорите, что вы хотите единой Германии. Но ведь немцы же ваши враги. Зачем же вам их объединять? Мы воевали не с немецким народом, а с фашизмом. Если бы какой-нибудь негодяй, господин сенатор, вновь захотел навязать нам войну, мы не считали бы, что этого хочет его народ. Господа, стоит ли говорить о войне? Ни американские, ни русские, ни немецкие солдаты воевать не хотят. Да, солдаты воюют, потому что не хотят воевать. Солдаты воюют, потому что не солдаты, а хотят они воевать или не хотят воевать, это никого не интересует. Вы не оригинальны в вашем утверждении, господин сенатор. У вас уже был предшественник, который утверждал то же самое. Кто такой? Адольф Гитлер. Я не претендую на оригинальность в этом вопросе. Но все-таки, если война будет, тех, кто ее начнет, постигнет судьба Гитлера. Да, но Гитлер не владел тайной атомной бомбой. Тайна имеет то свойство, что не всегда раскрывается. Вы хотите сказать, что вы владеете бомбой? Нет, я хочу сказать, что мы тоже владеем тайной. Браво! Браво! 2-0 в пользу Москвы! Вы мне нравитесь, мистер Грузин. Будем откровенны. Вы уверены, что мы ненавидим Россию? Прежде всего, я уверен, что вы не любите Америку. По вашему тону можно подумать, что вы ее любите. Да. Мы любим Америку. Мы любим эту страну смелых и честных людей. Страну Джека Лондона, Марка Твена, Уитмена, Эдисона, Рузвельта. Мы никогда не забудем ваших храбрых солдат, с которыми мы встретились на Эльбе. Мы любим и уважаем народ Америки. Счастлив, господин сенатор, приветствовать вас в этот день в моей резиденции. Благодарю. Я вижу, что яркий свет американского порядка все увереннее светит во мраке послевоенной Европы. Томочка, спокойствие, леди джентльмены, спокойствие. Только что в Бизоне немецкие рабочие объявили всеобщую забастовку. Временно прекратили работу транспорт, промышленные предприятия, электростанции. Спокойствие, леди. Спокойствие.
4 человека просят пропуск в вашу зону. Вас в Европе любят больше, чем нас. Господин Дитрих, я прошу разрешения вернуться на тот берег, господин Кузьмин. Пожалуйста. Еще что? Но я не один. Со мной мои друзья, инженеры. Господин Майер, господин Бауэр, господин Бернхард. Они не могут больше. Они просят. Я прошу. Хорошо. Больше вы мне ничего не хотите сказать? Сейчас нет. Садитесь. Благодарю вас. Егоркин, останьтесь с инженером и оформите их пропуск. Слушаю. Действуйте. Слушаю. Прошу вас за мной. Ужасно, папа. Эрнст арестован. Патенты. И Вальтер заболел. И тебя нет, и я одна. Курта попросила. Что с ним? Нервные потрясения. Нужен уход и внимание. Ну, натура крепкая, выдержит. Эльза, я пойду. Врач оставил рецепты на столике. До свидания. Курт? Спасибо, Курт. Как хорошо, что вы вернулись, отец. Стойте, куда вы? Вот ваш самолет. Я решил лично сдать вас под расписку, пилот. Благодарю вас, вы очень любезны. Куда же вы идете? Мисс Коллинз, все готово к отлету. Благодарю вас. Как ты ее назвал? Это мисс Коллинз, уполномоченный федеральной разведки. Доброе утро. Советую вам, генерал, не забывать, что за дисциплину наших офицеров в этой зоне оккупации отвечаете вы. Не забывайте, что наше положение в Европе гораздо серьезнее, чем вам кажется. Майор Хилл, подойдите сюда. Вы болтан, мистер Хилл, и плохой политик. Вам давно надо было понять, кому и зачем понадобился Шранк. Понять, что это дело не вашей компетенции. Вам дорого обойдется ваша несообразительность и особенно ваша дружба с этим русским офицером. Кстати, я даже уважаю этого большевика Кузьмина. Он хороший дипломат. И настоящий мужчина. А вы? Ничего. Не позаботьтесь о том, чтобы из вас сделали 100% американца. Мне жаль вас, мистер Хилл. Можете. Господь, благослови президента, Америку и нас.
Граждане Альтенштата, сегодня, весенний день, мы торжественно празднуем восстановление нашего города, восстановление нашей жизни, восстановление единства всех прогрессивных сил, восстановление памятника великого немецкого поэта Генриха Гейне. И мы будем укреплять честь нашего народа и его культуру. Что происходит, господин полковник? Мне хочется вас порадовать, господин Дитрих. Именно в такую минуту. Вот ваши патенты. Два мира встретились на Эльбе, на двух берегах. Германия не может оставаться между ними. Наступил час сделать выбор. Я никогда не забуду, что вы, русские, первые сказали об единстве нашего Отечества и нашего народа. И я сделал свой выбор. Я остаюсь на этом берегу. На берегу, где рождается новая, миролюбивая, единая демократическая Германия. Добрый вечер, Джеймс. Никита Иванович, я рад, что вы пришли. Что случилось? Хочу проститься с вами. Как проститься? Я разжалован и уволен из армии. Завтра меня отправляют в Штаты, в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Так. Почему не разведен мост? Почему не выполняются распоряжения коменданта? На мосту разговаривают офицеры! Никаких разговоров! Развести все мосты! Простите, полковник, нет ли у вас при себе доллара, который я вам когда-то подарил? Есть. А ты звездочку мою бережешь? О, yes.
Эй. Оказывается, в мире есть правда, которая сильнее доллара. Так будет правильно? Прощайте. Встретились мы с вами как союзники, жили как соседи. Расстаемся как друзья. Так сделайте все, чтобы мы в будущем не встретились с вами как враги. Народов России и Америки — это самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человечеством.